Студенты и педагоги Ненинского профессионального училища сегодня собрались на митинг, посвященный предстоящему празднованию Дня Победы. Они вышли к памятнику наринмарским портовикам, чтобы вспомнить наших земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. В 30-е годы этот район считался центром города. В 1946 году вот на этом месте был установлен памятник, первый памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Это был самолет Як-7Б. В военные годы он был построен на деньги жителей города и передан летчику Алексею Тарасову, герою Советского Союза. Памятник простоял здесь 10 лет, после чего был демонтирован. В 1980 году по инициативе работников порта вот на этом месте установили памятник наринмарским портовикам. Некогда центральная площадь Наринмара, а ныне сквер, является памятным местом нашего города. И об этом преподаватели Ненинского профессионального училища рассказывают своим подопечным. Отсюда уходили в 41-м году наши земляки на фронт. Отсюда их провожали, отсюда их отправляли. Много ушло, не все вернулись. И мы считаем своим долгом помнить об этом. Вспоминать павших и передавать подрастающему поколению эту гордость за победу, за возможность жить, любить, творить, чтобы понимали и чувствовались, каждый мог пронести это через себя. Всего за годы войны из Ненинского округа были призваны на фронт почти 10 тысяч человек. Это каждый четвертый житель округа. Более 3000 человек не вернулись с войны. К сожалению, так как время неумолимо, в округе всего лишь 6 участников Великой Отечественной войны. 3 из них – те, кто был конкретно на фронтах. Сегодня 420 жителей Ненинского округа являются тружениками тыла, и те, и благодаря их самоотверженному труду ковалась победа на фронтах. Подвиг наших ветеранов должен помнить каждый, помнить и гордиться. Ежегодно студенты профучилища и его преподаватели в канун празднования Дня Великой Победы проводят митинг памяти боевого и трудового подвига. Традиция Наринмарского профессионально-технического училища проводить здесь митинги, шефствовать над этим местом очень похвально и достойно подражания. Поэтому ребята здесь приходят и узнают об истории нашей Великой Отечественной войны. Сегодня митинг показал еще раз, что память об участниках войны жива, священна и незабываема. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».